Срочные сообщения приходят с Украины. По всей стране гремят взрывы. На ваших кадрах происходящее в Харькове. СМИ сообщают, что предположительно удары наносит Россия по военным складам и базам. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны не только в Харькове, но и в Киеве, Краматорске, Одессе, Бердянске, а также в районе аэропорта Борисполь. Непосредственно это видео снято в окрестностях Мариуполя, на нем также отчетливо слышны и видны даже взрывы. На кадрах из Одессы также слышны взрывы, правда, пока нет сообщений о том, куда попали снаряды. Телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о неподтвержденных данных об ударах по военно-морским объектам военно-морских сил Украины и высадке десанта. Ранее сегодня утром Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Президент России в специальном обращении к россиянам объявил, что принял именно такое решение. Далее цитата. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасс обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мной принято решение о проведении специальной военной операции». Конец цитаты. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Кремль будет стремиться к ее демилитаризации. Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их сложить оружие. Путин также заявил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева. В Кремле подчеркнули, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.